Свой юбилей отметила 28-я школа Магадана. Общеобразовательному учреждению исполнилось 35 лет. В нем обучается 350 человек. В школе трудится 25 педагогов. Есть учителя и с высшей квалификационной категорией. Директор организации отмечает, что в настоящий момент в школе работает много молодых специалистов. Сегодня я хочу от своего лица поздравить весь педагогический коллектив, родителей и учащихся с таким замечательным праздником. Пожелать удачи, больших побед и новых свершений. 28-я школа реализует много проектов, в том числе и спортивных, отмечают сотрудники учреждения. В школе функционирует общероссийский проект «Самбо в школу». Есть и общеобразовательный класс с военно-патриотической направленностью «Росгвардеец». Общеобразовательное учреждение сотрудничает и с русской горнолыжной школой. А вот наш директор, мудра и строга, по верной дороге ведет нас она, храня от различных невзгод и проблем дом, в котором уютно всем. Вот завуч наш, им крикнем «Ура!» Секретарь, медик и повара в тревогах, в заботе в учебной, а также в неклассной работе. В начале мероприятия директор 28-й школы Магадана поприветствовала гостей праздничного вечера. Нам сегодня 35. У нас только все начинается. Мы молоды сердцами. В этом году, кстати, мне тоже 35. Магия цифр. И мы обязательно будем шагать со школой нога в ногу и делать очень много различных свершений, открытий и побед. Поздравили 28-ю школу и творческие коллективы. Они исполнили яркие музыкальные номера. Директора школы, сотрудников и учеников поздравили гости торжественного вечера. Я вам всем желаю счастья, здоровья. Я желаю, чтобы вот это трепетное отношение, которое сейчас высказали учащиеся 11 класса, они были всегда. И мы с вами должны помнить о том, что действительно школа для нас – это второй дом. Весь коллектив 28-й школы первые лица Магадана наградили грамотами и благодарностями за высокое педагогическое мастерство и многолетний добросовестный труд. Юрий Казетов вручил школе подарочный сертификат на 100 тысяч рублей и отметил, что школа должна продолжать развиваться. Первый шаг, который мы сегодня должны сделать вместе с вами, Наталья Леонидовна, это, конечно, подготовить, мы уже с Светланой Леонидовной говорили, проектно-сметную документацию, и то, о чем мы всегда говорим, школу надо поставить на капитальный ремонт. На торжественном вечере специалисты отметили высокую методическую работу коллектива 28-й школы, ее активное участие в городских, общеобразовательных и спортивных конкурсах. Гости пожелали учреждению успехов и дальнейшего развития.